Здравствуйте, мы вновь вернулись к мастер-уровням, наконец-то. И это уровень Грея. Итак, мы появляемся вот в этом месте, пещеристом. Забираем дробовик и все остальное. Прыгаем сюда, расстреливаем солдат. И прежде чем зайти в ту дверь, мы пройдем вот сюда. Потому что, во-первых, мы хотим всех убить, включая вот этого пулеметчика заранее. А во-вторых, мы хотим забрать здесь рюкзак. Так, ну что ж, идем к той двери, которая была вначале. Расстреливаем хит-сканеров. И прежде всего зайдем вот в эту область. Так. Берем здесь патроны. И, ой, ну ничего, здесь есть кармашек с порталом, который перенесет нас обратно. О, привет. Однако, возьмем патроны здесь. В этой комнате есть еще один кармашек, вот там вот, если вы можете видеть. Там есть враг, но мы им пока пользоваться не будем, потому что это немножко нарушает последовательность уровня. Лучше зайдем сюда. И нажмем на этот череп. Появится стрелочка, которая намекает на то, что эту стену можно открыть. Гениальное дизайнерское решение, что... Бензопила нам не нужна. Итак, здесь мы можем видеть сплошная линия, которая прерывается вот таким крестом, который можно открыть. Зайти вот сюда, открыть вот эту стену также и внезапно атаковать их. Здесь как и демон. Эй, ты куда? Ладно, у нас есть еще один. Здесь также кучка монстров в этом дворике. Расстреливать их отсюда не обязательно. Как и демоны будут мешаться. И туда еще заглянем. Здесь также открываются стены с Пинки, Спектром и хитсканерами, которых мы благополучно выносим. И движемся дальше. Здесь с обоих сторон от этого лестниц находятся солдаты. Они там где-то потерялись, ничего страшного. Займемся пока этими импами. Потому что... Ой, ладно. Я все-таки хочу эту синюю сферу прямо сейчас, поэтому... Да. Отлично, спрыгаем сюда. Эту стену можно открыть и выйти в этот дворик, который мы ранее видели. Нам сразу же в руки дают супер дробовик. Надо не забыть про этого парня. Ну а здесь из BFG, которую охраняют всего лишь Ревенант и Вектор. Ну и все, здесь мы закончили. Выходим так же, как зашли. Далее мы заходим в этот зал. Здесь есть потерянные души. Если мы нажмем вот на этот труп, то появится броня. Я не знаю, как это описать. В общем, пока не забыл, давайте все-таки проверим тот закуточек, о котором я говорил ранее. Здесь имп, и портал приводит нас как раз таки вот сюда. То, о чем я говорил, что последовательность нарушается. Но тем не менее, здесь секрет.
Здесь еще несколько врагов, включая Манкуба. Так, забираем все вкусности здесь. И можем идти дальше. Спускаемся вот в такое подземелье. С странными дверями, скажем так. Вот такими. Так. Спускаемся вот сюда. Нажимаем эту кнопку. На нас нападают монстры, но ничего страшного. У нас есть супер-дробовик. Потом возвращаемся обратно. Кнопка, которую мы нажали, открыла дверь напротив, синим ключом, но аккуратно. Здесь ребята с дробовиками нас ждут. Далее мы открываем эту дверь, и нас ждет ракетница. Пару ракет туда, пару ракет сюда. Мы добиваем выживших. Так. Нажав на этих львов, можно открыть эти вот вещи. Зайти сюда, убежать барона и забрать плазмоган. Далее с этой стороны. Такая незамысловатая комнатка. Похоже на ловушку, правда? Так и есть. Ой. Так, нечестно. Негодник. Так. В центре между львами стена, которую нужно открыть, чтобы пройти дальше по уровню. Здесь есть несколько пакостей. Так, давайте лучше вот этим. Зайдем сюда. Нажимает переключатель, чтобы в предыдущей комнате открыть портал. Так, я не помню. А, он открывает вот сзади эти стены. А здесь барон еще. Просто забыл, что делает этот лев. Давайте плазмоган возьмем. И вот этот переключатель тоже делает что-то. Берем мегасферу и просто выходим сюда. И сражаемся с этими ребятами. Вообще-то, сначала убьем этого Хеллайта, просто потому что. Дальше народец сам друг с другом разберется. Мы им немного поможем. Отлично. Ой. Так, готовим BFG. Жмем эту кнопку и быстро бежим сюда, чтобы как бы убежать этого Аршвайла. И да, мегасфера в конце. Мило. Так, это должно быть. А нет, не все. Я кого-то забыл. Замечательно. Кстати, тут по краю, слева и справа от лестницы лежит оружие, на случай, если вы его каким-то чудом пропустите. Вернемся назад, поищем, где... А, вот, вот он где, отлично. Я так подозреваю, что он сидел вот здесь. Да, да, точно, я сюда не заглянул. Тем не менее, это интересный момент. С этой стороны тоже открывается портал, который ведет нас к синей сфере, если помните. В центре вот этого токсичного озерца, бассейна, не знаю. В общем, возвращаемся обратно к выходу. Потому что я так полагаю, что это уже на месте. Ой, да, так и есть. Осталось только добраться до выхода, чтобы получить экран статистики.
увидеть заветные 100% показатели. Да? Ну, это как можно догадаться сейчас по названию была шестая песня Ада. Это какая-то внутренняя небольшая серия Доктора Слипа, если помните. Ну, да, карта странная, но что-то в ней есть такое вот, понял, вот архитектура, еще чего-то, вот что-то. Вроде и смотришь, какие-то проходы странные, какие-то вот двери непонятные. Решения, скажем так, сомнительные дизайнерские, но что-то в ней цепляет. Да. А, может, это я такой странный, но тем не менее. Ладно. На сегодня все, я полагаю. Спасибо за просмотр и всего доброго.